Когда твой холст – школьная стена. В Синьял-Покровской школе Чебоксарского района появился арт-объект, дополнивший зал боевой славы. Кисти и краски – творческие каникулы первокурсника архитектурного. В прошлом году Иван Кириллов выпустился из Синьял-Покровской школы и после первой сессии в университете вернулся сюда, чтобы превратить обычную школьную стену в арт-объект. Дети, конечно же, постоянно, скажем так, зависали возле стены, все-таки затягивало прям заметно. Было приятно, много приятных слов в плане того, что красиво, молодец и так далее. Ну и я рад, что детям все-таки хоть чем-то полезным занял. Ну, буквально на пару минут. И все-таки я думаю, что это лучший подарок в школе, это память. Это все-таки самое важное событие в годы Великой Отечественной войны. Это символ победы, это честь, это уважение к тем, к нашим солдатам советским, которые подарили нам победу, подарили нам жизнь. Две банки краски, четыре баллончика плюс творческий подход. И знаковое фото Знамени Победы над Рейхстагом ожило на стене возле школьного зала боевой славы. Тут учителя, учитель истории и другие учителя проводят уроки. Но дети всегда интересуются. Приходит и сельская молодежь, и население нашего поселения. У этой картины, как и у оригинальной фотографии, теперь есть своя история, которую будут рассказывать во время экскурсий и уроков. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Бахтияр Велиев, Республика.